Всем привет, друзья, это канал Outcast Games, продолжаем с вами Deus Ex. Так, тут я, короче, наверное, так понял. Не то, что я, наверное, так понял, а так понял я точно так, что мне надо в воду херачить и идти дальше. Где-то... Типа вот сюда. Вон, видишь? Только там, знаете что, я только что попробовал. Там дохерища надо этого. Да блядские кнопки не работают опять. Навыки нужны. Надо вот этот навык в плавании улучшить. Потому что, ну реально там не хватает воздуха никак. Давайте сейчас так попробуем. Вот тут сейчас сохранюсь. Как там, плюсик, да? И попробуем нырнуть. Хуяк! Где-то вот сюда, не знаю, успею, не успею. Ну просто тогда реально не хватает воздуха. Там дохнет, он просто как скотина дохнет. У него жизни просто улетают. Не так, как, знаете, в играх. Ну вот, смотри, тут половинка, нормально. Ну нам хватит, я думаю, на это. Вот так, чё, куда, где, крыса? Блять! Тихо, ты спокойно, ты чё ты орёшь так? Грёбаная крыса. Хорошо, ладненько, куда-то идем. Если мы идем, двигаемся, значит, это правильно. Что? Что за гномы говорят? Что это? Блядь, нихера не вижу. Ну как так-то? Что это? Это хуёвая штука. В смысле биоэнергия исчерпана? У меня же было 100% почти. Сука, ладно. Еще и себя ёбнул, дурак. В принципе, не сильно. Проверила. Что это за... Блять, я уже боюсь этих штук. Этих текстур. Смотри, какие текстуры. Это так должно быть, серьезно. А, это я с другой стороны вышел, окей. Смотри, какие текстурки. Это серьезно. Ну, хотя, может, тут свой такой дизайн, знаешь, такой неповторимый. Что это такое? Какая-то роботушка. Блин, страшненько. Давай сохранюсь. Может, его придется стрелять. Мне надо пистолет качать. Может, ну смотри, какой он. Так, scanning area. Он сканирует зону. Может, его снайперки подбить. Что-то какой-то терминатор, смотри. Выключи. Что за музыка такая тусклая? Ты падла. А его реально убить? Чё нереально убить, блядь? Сектор Clear Area, блядь. Вот сука грёбаный, а как с ним бороться-то? Блин, так его не вариант мочить. А может его гранаты? Епопашнуть. Давай я за ним просто подкрадусь и все. Вот сейчас он проедет, типа. Где он там? Эй, ты чё там застрял, слышишь? Мудик. Так, вот так он меня не увидит, правильно? Давай я так сохранюсь. Ага. Так, сейчас он разворачивается, мы за ним херачим. Scanning area. Я думал, гномы какие. А может его вырубить можно просто? Вот сейчас он пройдет, короче. Ебаха, их там двое. Блять. Это типа нечто там надо, да? Привет! Target acquired! Нет, не acquired! Херово это как таргет у вас. Блять, попиздили меня только так. Мычка, это я возьму. Что это? Это текстурка, а это что? Ой, какого ты хера сюда? Я думал, он сюда не заедет. Так, а как мне их пройти-то? Подожди. Я чуть не вкурил. Я чуть не понял, как их пройти-то. О, этот едет туда, этот едет... Но этот меня видит потом по-любому. Как мне за ним спрятаться-то? Слышь, езжай. Да вот почему он меня видит-то? Да вот меня видит... Эй, а как их пройти-то? Так, подожди, не вкурил. Вообще весело. А как же их пройти? Ну-ка, давай будем тестировать. Сейчас дробовик протестируем. Прям в упор подойду, как шмальну, блядь. Сука. На нахер! Нихера себе, они бессмертные. А как их пройти-то?
Почему меня не предупредили, что здесь роботы неубиваемые, блядь? М? Так, давай вот так сохранюсь. Не знаю. Scanning area. А как же тебя пройти-то, scanning area ты? Езжай. А, я знаю, наверное, как. Нет, этот по-любому меня видит, да? А если я вот сюда? Нет, нихера, я понял, подожди. И вот этот вот. Да, невидимый, смотри. А как его включить, а потом выключить? Смена патронов. Чтобы не всегда мне бегать. Активирован. Так, бежим, бежим, бежим. Вон у меня есть. Так, они меня не увидели. Ладно, а как ее теперь выключить? 25%! Да вы что, серьезно? Нельзя здесь положить. Почему его нельзя положить, возьми, блядь? Рубать у него! У него просто тупо улетает это. Ты серьезно, что ли? Ну и говно. Вот это... Вот это я, короче, такого говнища здесь не ожидал, серьезно. Логин, этот, пароль. Я не буду все это... Я за доступ к моему аккаунту. Когда все... Я не буду все это запоминать. Хотя, подожди, я же могу... Вы входите в терминал вертолетной авиабазы за пределами частной зоны для гвардии. Направление ветра восточное. Вы должны будете доставить... Да, вот это беда. ...на цокольный этаж. Если вы нарветесь на неприятности, мигом назад через платформу к северо-западу есть канализационный сток. Он ведет к пруду рядом с аэродромом. К пруду, думаю, нам будет известно, кто стоит за отправкой груза через минуту. Окей. Почему нельзя сохраниться, алё? Или ты просто трещишь? А ну-ка перетрещи быстренько. Слышь, мне сохраниться надо. Сука, дурак. Ага, чего? Получено сообщение, проверьте базу данных. Какая база данных? Логи? Нет, не логи, разговоры. На северо-западе. А какой этот? База данных. Тут есть сохраняшка? Есть, слава богу. Ай, кошмар какой-то. Давай сюда вот. Как так сложно-то? Здесь броньку одел на один раз. Как-то так бронь одноразовая. Это же надо было, блядь, додуматься до такого. Есть противник, вижу. Один. Как их вырубать, короче? Подожди, а у меня где-то был с глушителем пистолет. Пистолет, ты где? Вот, бесшумный пистолет. Ну, вот он. Давай попробуем им поиграть. Хули ты начал двигаться? Кажется, ты на верном пути. Это и есть одна из трех пропавших бочек. Мы отправим поисковую группу. Тебе нужно найти еще две. Этот парень полицейский. В смысле? Какой, вот этот? Я тоже полицейский. Или кто я вообще? Так, трупик вот тут полежи. Опа! Ух ты, блядь, кто-то стреляет. Нихера хэдшот ты видал! Кто ты? Спорю на 30 кредитов, я сделаю его. Спорим. Давай. Ну и где ты? В смысле, я просто присел? Вот дурак, блядь. Он исчез. Я не исчезал. Не понял? Почему я умер? У меня кровотечение, наверное, было, да? Вот здесь непонятно, есть у тебя, нет ничего, блядь. Что за херня? Как мне эту камеру вырубить-то? Она же меня спалит 100%. Как мне ее вырубить?
Здесь можно как-то это делать? Кажется, ты на верном пути. Это и есть одна из трех пропавших бочек. Мы отправим поисковую группу. Так, а мне как-то там ящики надо снять. Привет. Да ёб твою! Я сделал его. Никогда прежде не шлёпал полицейских. Что за... Даже не шлёпал, блядь, ты меня... Ай, стой! Может быть, у меня жизни мало. Я там жизни это вообще-то... Да не, нормально у меня жизни. Чего ты меня выебываешься, блядь? Как же мне их так тут проходить-то? Кажется, ты на верном пути. Это и есть одна из трех пропавших бочек. Так, как же мне его вырубить-то? Давай... Группу. Тебе нужно найти да не пизди, блядь. Да ёб твою мать, сука, гребаный ты раз, блядь, сука, да убью нахер. Тварь. Я ранен. Ты ранен, блядь, это я ранен, сука, а не ты. Нано, что такое нано? Ой, блядь, пиздец какой-то, я не знаю, я не пройду эту игру, 4%, как так-то, блядь? Здесь аптечек нету, просто тупо нету, давай, блядь, мне миллиард этих шоколадок. Давай миллиард, просто буду жрать их сейчас. Потому что у меня не, нет, нечем похилиться больше. Бляха, кончились, сука. Давай, 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 набухивай мне на... Кто? Да привет. И видишь, что пью. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот, почти похилился нормально. Да пошла ты в шопу, говна кусок. Кто-то бежит. Где ты? Вон он. Блядская камера. Тебе можно вырубить, интересно, как-то? Ну-ка, давай попробуем. Сейчас у меня сойдется прицел. Оп. Ага. Два раза можно вырубить, конечно. Придурок. Блин, у нее и разлет. Ты куда? Сука, дебил. Я просто не могу ничего говорить, реально, когда они такие тупорылые, блядь, ублюдки. Что-то патроны какие-то валим. Ага, би-би-би-би, выключи, блядь. В туалете сидел, сука. Я его отвлек. Эй, я тут, ты куда? Давай, сука, 30 кредитов. Давай 30 кредитов. Да, блядь, не патроны, кредиты мне давай. Ты сказал 30 кредитов, спорим. Вот и спорим. Кто-то сиги забыл. Нехер тут сиги оставлять. В этом. Да, здесь нереально просто. Стелс, конечно, капитальный. Просто, какой стелс? Здесь нету стелса. Здесь просто тупо нету стелса. Не существует его. Как вот мне камеру эту пройти, если она меня все равно увидит? Что это? Это бумажка. Это мне не надо. Ну вот, пожалуйста. Да тут уже похеру. Че это? Баскетбольный мяч. Ну-ка. На, блядь, не шуми. Сучка... На, блядь. Так, батарея, это нам не надо. Это тун-тун-тун, тун-тун-тун-тун. Все нормально, поиграли, тун-тун-тун, ничего не работает. Заткнись. Я вот это буду взламывать. Кошмар какой-то с этими, блин, камерами, с этими стелсами. Вообще ничего не работает. Ой, блядь, там кто-то бежит. Заткнись. Ой, ты так прям на меня палишь, да? Не понял. Я чё вер... Подожди, я же миссию не выполнил. Это что, выход? Опа. Это что такое? А откуда это взялось? Ты бы нахер мне эти броники? Вы мне вообще не... Вот лучше давайте аптечки.
Эти броники все равно никчемная вещь абсолютная. Ой. А где я? А что я нажал? Я же не нажимал ничего. Оно открылось. Вот что теперь этот броник дает? А, заряд 100%, конечно. На удары пули или взрывчатки. Говна кусок. Если оно действует 10 секунд, блин, то к херам оно вообще надо. Так, взламывай давай. Зачем здесь броники сделали, если они действуют всего там 10-15 секунд? Это вообще абсолютно не бесполезная вещь. Ого. Кто-то богатенький попался. Так, подожди, мне надо... Опа. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Здесь нереально пройти так, чтобы, наверное, тревогу не подняли. А где я кнопку нажал, что я открыл этот? Вот этот. Ну хорошо, ладно. Тут все закрыто, пусто. Не привезли, не завезли. Сука, только не говори, что ты, падла, в меня попал, падла. Нет, не попал. Ну у них... Как так-то? Это... Он лицом стоит, да? Охереть, он долго перезаряжает просто. Блять! Сучка. А чё, у него ничего нет? Да пи-пи-пи-пи-пи, хорошо, у нас одну я нашел. Вертолет, это тот, что мне надо, или что? Еще надо две бочки где-то найти. Ух ты! А ну-ка закрой. Я в какой-то кабинет зашел. Кубок. У меня тоже такой же стоит на столе. Кто-то топает. Что это? Ух ты, патрон. Ух ты, шоколадка. Там, возьми ты, блядь. Гребаный ты ублюдок. Ненавижу. Так, микроскоп мне не надо. Ваза не надо. Больше ничего нет, да? Давай. Опа. Мультиш-мульти. А тут чего? Давай взламывать. Потому что, ну и нахер эти пользователи, пароли. НСФ, добро пожаловать в НСФ. Мы взломаем, да, и нормально. Но мы с тобой еще... И что, и все? Доступа 9905, куда это? Тут где-то? Так, как по звуку понять? Куда он ходит? Где ты? Не, в смысле, сверху, что ли? Да он вот тут ходит! Блять. Что за дерьмо? Кубки, кубки, кубки. 25 кубков. Опа. Это пригодится. Это не знаю. Это давай взломаем. Ой, да. Тут время на взлом еще есть. И время на то, что я могу, пока меня не спалят, наверное. Пока взлом происходит, то надо быстренько что-то полить. Тема, ничего-то, сегодня нет почты. Да как ты так, слышь? Компьютер такой здоровый, нет ничего. Одна почта. Так, хорошо, там где-то сверху чувак ходит, да? Он где-то сверху был. Вот тут. Вот прочность двери, как ее выбить? Справа. Слева. Да где... Как дверь-то выламывать? Прочность двери. Ну, в принципе, гранатой можно, да? Но гранаты я не хочу тратить сильно. Так, а мне надо по-любому взламывать. Сука, две отмычки, падла. Ну ладно, тыкай. Так, этот что-то там замельтешил. Я думаю. Хи-хи. Так, спокойно. Еще тут кто-то, да? Тихо, тут у них радары какие-то, блин. Бесконечные три отмычки. Да вы заебали. Я не буду тратить отмычки на всякую говно. Что это жужжит? Что это? Телефон. Что это?
Компьютер безопасности. Давай взломаем. Что это такое? Может тут... Тихо! Алло? Давай взломаю. Взламывай, давай быстрее. Так, как? Выключено. Выключено. И выключено. Не заперто. Окей. Что такое? Ну видишь, когда полоска заканчивается. Алло. Вот это что? Опа. Так. Нам не надо. Ружейка. Базука, ебля. Батарейка для шокера. Не влазит, ничего не влазит. Модификатор оружия, дальность. Нож, пекаль. А подожди, пекаль он что-то дает, если их беру в ку... Так, что-то там кто-то бегает. Дай-ка я закроюсь. Пока что. Так, пистолет. 16 урон. 77 точность. А дальность есть? Прицельная дальность 150 футов. Но это далеко. Дальность. Ну, дальность нам надо, наверное, качать дробовику. Но хотя я не буду с ним бегать. Я буду все на пекарь качать, наверное. А дробовику нельзя. Прицельная дальность 160 плюс 10 166. Теперь было 150, кажется, или 160. А вот это вот что? Используя на экране превращений. Ну, это, короче, надо это. Чтобы улучшить превращение, щелкнуть на нужное превращение, затем на кнопку улучшить. А мне... Это надо в город. Мне как-то надо забрать это. Так, батарейка для шокера. Мне вот это бы забрать. Ха-ха. Ни хрена себе. Базука может пригодиться. Как ее выкинуть? Бросить? Ой, нож мне не нужен как раз. Вот так, смотри, нормально будет. Да, в смысле? Да сколько ж тебе места-то надо? Ты что, ты такая жирная? Вот это. Бросить перец. Перцовка, этот какой-то шмалялка. Не знаю. Блин, дай выкинуть, больше нечего. А ты этот... Снайпорождение 0. Ой, не так. Вот так. Я так понимаю, вот это ж хватит уже. Да наконец-то. Только у меня патронов к ней нету, да? Ну-ка, шестерочка, да? Так, а ну-ка, да я сохранюсь тут. Потому что давно уже не сохранялся. А ну-ка. Я могу шмалють, или у меня НД? Могу шмальнуть. Так, а подожди, не понял. А оно бесконечные патроны, что ли, у нее НД? Только, короче, она что-то очень сильно жесткая. Так-то. Ладно, ребятки, давайте тогда на этом мы закончим. И продолжим в следующей серии. Уже бомбить кого там надо, может вертолет надо будет сбить, не знаю. Ну, вроде патроны как бесконечные, но, блин, у нее радиус прочее очень бляхом. Ну, буду издали шмалять, ничего страшного. Все, ребятки, всем спасибо за просмотр. Всем до встречи в следующей серии Deus Ex. И все, всем пока.